Видишь, ничего нет. Сбор глины. Целебно-лечебный. Полезный. Скажи, пальцы. Какие руки. Какие руки. А я что-то не стала мазаться. Мама добыла глину. Добывательница глины. Теперь у нас есть лечебная глина. Из лечебного озера. Вот Анюта нашла медузу в штормовом трофейке. Сейчас мы ее ведерко засунем. Давай я подберу. Главное, пуском набираем. Сейчас мы ее... Медузочки! Ее не видно. Да. Она сдохла, что ли? Нет, она живая. Так просто она не сдохла. Ну что она? Все нормально у нее. Она невидимая. Посмотри на меня. Красавица моя. Что ты там нашла? Покажи. Медуза у тебя. У тебя медуза. Медуза хочет к маме? Ну давай, отпускай ее в воду. А, туда в ведро? Хорошо. Хорошо, иди. Мы выпускаем медуз. Давай. Давайте, выпускайте. Да, сюда. Ой! Ой! Большая самая. Ты всех выпустила? Давай теперь кидай в море. Они же живые. Ай-яй-яй! Я наступил на одну. Давай, кинем. Бирюзовая, красивая. Бирюзовая называется. Вода прям такая светлая, приятная, красивая. Thank you.
это тот самый Z-City, в котором проходит Казантип. Мы вот только сюда вошли. На территории есть всякие кафешки, ресторанчики, какие-то аттракционы для детей. Оплачивается все только пляжной картой. Деньги кладутся на входе. Что еще делать на Черном море? В Z-City. Качаться на качелях. На фоне Стоунхенджа. Вот пляж. Поймали, непонятно что. Переливается на солнышке по краям такие окантовочки. У кого-то переливается на солнышке. Я попробую покрутить. Папа, смотришь? Да. Такая вот хрень. Вот она такая пупырчатая, если ее высушить. Такая сопля. Фонарик у нас. Джон. С палатками.